Всем привет, с вами Дагод, играю с сетом Воги, и очередной комп решил на меня таки напасть. Ну, как бы это было ожидаемо, это был вопрос времени на самом-то деле, к сожалению. Даже не успел поставить его статы на самом деле, или сбежать этим героем. Это был, судя по всему, мой стартовый герой, которым я неплохо что-то делал, фармил существ, ресурсы. И все в таком плане. Прощай, герой. Нам будет тебя не хватать. Ты был дорог, как память. Так, ну стандартные плюхи в начале месяца. В начале недельки. Так, окей. Ага, этот чудик сбежал, судя по всему. Испугался. Дошел до сюда и понял, что это моя вотчина. И как бы не стоит сюда пока соваться, судя по всему. Вот, правильно, бойся меня, бойся. Я же могу прийти, блин. Так, сет вот уже аж бродит, аж вот здесь уже, да? Вот какой сет? Сетовый-то, а? Так, кто тут, где тут у меня? Ты бежишь сюда, да. Только зачем, пока непонятно. Дальше, герои у меня для замка вот нового есть какие-то. Для нового замка героев пока нет. Ну окей. Да, как-то не особо много получается прикупить. Ну что делать? Так, надо пора начинать развивать этот замок. Почему? Потому что негде реализовывать мифрил. Это будет очень замечательный замок для реализации мифрила. Такой вот рояль в кустах, в стороночке. Так, 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 так. Окей, здесь давай штукарь. Еще поставлю. А, здесь не ставил ничего, да? Ну да, спорная территория на самом деле. Ладно, раз этот товарищ сбежал, я, наверное, пойду попробую таки забрать назад свой замок у зеленого. Потому как мое это. По праву мое. Сначала посмотрим, что я здесь могу пособирать. Забрал. 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 Нет, тогда я уже здесь зайду, кстати. Заберу что-то совсем полезное. Так, так, так. Тут я был. Здесь забрал. Так, ну что, еще маленький плюс к статам соберем. И будет совсем хорошо. Пацаны, привет. Привет, говорю. Какие молчаливые. Плюс один к защите. Вот, вот этого мне их не хватает. Огненный шар, да. Надо что-то, чем-то как-то дымаджить. Здесь, ну блин, хорошая кучка ресов, жалко времени туда идти. Так, ну в принципе здесь тоже можно зайти, посмотреть, может что-то дадут, артефакт какой-нибудь. Окей. Так, ты с бабочкой, давай-ка на разведку сюда. Глянем, что там да как. Монахи там, все дела. Базовая тактика. Очень хороший скилл для этого героя. Да, герой потихонечку, полигонечку начинает обрастать полезностями. Эх, вот этого героя реализовать, это было просто жирно. Просто мега жирно на самом деле. Наверное, потихонечку начну так и делать. Соберу у него... Для него какую-то небольшую стартовую армию. Ну и пусть хотя бы бегает, эти кучки защищает. Уже прок какой-то будет. Чем он просто стоит, он прикольно. Огненная птица так неплохо. Стали тут. Так, ладно, окей. Что я сделаю? Я возьму сюда, сбегаю.
как тут, зачем тут и почем тут? Бам. Бам-бам. Есть. Просто прекрасно. Лишняя для штуки денег. Да. Лишними они совершенно не будут. Ну, собственно, вот она, группка в полосатых купальников, которая просто спит и видит, чтобы их прибили. Ух ты. Не забил таки, прикольно. Амулет гробовщика. Самая безумно нужная скилл, который можно было получить. Ну это просто прикол какой-то, блин. Так, здесь я везде побывал. Надо было еще сбегать, забрать свои машины. Блин, везде так надо. Что же вообще? Где я тут? Я посещаю уже. Дотягиваюсь, да, ну дальше, наверное, никак. Типа вот такого мистяка, да? Окей, побежал. Есть. Так, хорошо. Отличненько, что здесь ты предлагаешь мне? Мудрость. У меня что, мудрости нет? Мудрость у меня есть. Мудрость этому герою покупать беспрестанно. Ну-ка я тебе, наверное, колдовскую силу. Это вот недорого, 500 монет. Будет, что у меня сильный колдун. Дальше. Здесь надо прикупить войск. Войска же здесь не прикупить, но вот немножко плюс к дефу получить более чем. Да. И, наверное, этот, с этого замка я начну реализовывать всякие приколы. Потемножку юнитов этих вот использовать. Все равно он неприкаянный пока особо получается. Так, у меня еще осталось 10 тысяч. Что я могу построить? Ничего-то, что мне сильно нужно. Жаль? Что сказать? Реально жаль. Ну, героя пусть сидит на респе. В замке. Вот. Вот оно. Где-то есть. Да-да-да-да-да-да-да, привет. Я тебя ждал, очень ждал. Сколько героев таких хороших сразу посыпалось. Так, тебе надо что-то пойти купить. Как защите. Тебе этому герою нужно сначала взять оруженосцы, тогда ты будешь шикарно бегать. Оруженосцы пока тебе не светит. Но я планирую реализовать это дело в ближайшее время. Окей, этого товарища куда можно отправить? Вот его, вот ему я точно сейчас дам оруженосца одного. Чик, чик. Вот так. Он будет у меня бегать реально на полкарты. Тяжелый арбалетчик, да. Замечательно. Просто замечательно. Блин, куда ж с тобой пойти-то сначала? Столько всего хорошего. Сначала сюда, тут можно дойти за один ход. Базовый искусство войны, сразу так, опс. Отлично. Просто отлично. Ну, собственно, это будет конец для первого дня третьей недели второго месяца. С вами был Дагод, всем удачи, всем пока.